населения поселка Удакан перекрыла дорогу. Ремонт, который неожиданно начался, то есть была нормальная проезжая дорога, а теперь творится вот такая вот ерунда. Почему-то дорогу профилируют не грейдером, а тяжелым бульдозером. Вот местное население не выдержало и перекрыли все. Вот такая вот контрреволюция. Вот приехал глава администрации Новой Чары. Население требует срочно поставить грейдер для планировки дороги. Автобусы не ездят, скорые не ездят, такси не ездят, дети в школу не ездят. Thank you.
Вот машина ДПС едет. Тяжело, но едет. Сейчас, наверное, будут какие-то превентивные меры приняты. Чесали немножко.